Итак, сегодня 3 мая 2017 года. Вот поймали такую гусеницу, древоточица пахучего. Вот длиной она порядка там 10 сантиметров. Вот к вечеру ближе она почему-то решила заснуть, не хочет бегать. Вот головная капсула с сильными жвалами. Сейчас мы попробуем попросить ее побегать карандашиком. И ну-ка. Вот почему-то она не хочет у нас шевелиться. Так. Полезла прятаться. Все время зарывается опилки. Это опилки тополя. Ну и листья тополя. То есть на самом деле ей пришло пора окукливаться. То есть она должна пройти какое-то дополнительное питание, окуклиться. Так, пытается выбраться. Ага, шустрая, дальше некуда. Специально выбрал такую глубокую миску, потому что удержать ее на месте просто невозможно. Очень шустрая дама. Вот, значит, живет она в тополе или в осине, проделывает дырки. Потом по этой дырке поднимается вдоль ствола наверх, а потом выходит опять из ствола. Дырки крупные, примерно с мизинец там, женщины или ребенка. Так, все удирает, прячется. Нет. Ага. Вот она, красавица наша. Бабочка будет большая, серая, пестренькая. Крылья домиком. Похоже на совку. Но что удивительно, сегодня, в общем-то, первый теплый день майский. И вдруг вот такая удача. Вот такого зверя принесли. Вот такая неугомонная гусеница.